В Славянском районе полицейские проводят мероприятия по борьбе с незаконным оборотом водных биологических ресурсов. Всего за 2 месяца текущего года в результате принятых мер выявлено 10 фактов в данной сфере, возбуждено 3 уголовных дела. Кроме этого, по результатам проведенных проверок составлено 7 протоколов об административных правонарушениях. При проведении рейдовых мероприятий по охране водных биологических ресурсов в акватории лимана Песчаной и Жестерской участковые полномоченные полиции совместно с представителями Азово-Кубанского отдела рыбоохраны Темрюкского района заметили 2 мужчин в лодке, которые вылавливали рыбу с применением запрещенных снастей. В результате осмотра у местных жителей в возрасте 21 года и 27 лет полицейские обнаружили и изъяли более 200 рыб различных пород. Общая сумма ущерба от противоправной деятельности подозреваемых составила более 95 тысяч рублей. В настоящее время отделом дознания МВД России по Славянскому району в отношении мужчин возбуждено уголовное дело.